Друзья, мы находимся в Байерне, земля Байерн. И вот стоит брошенная машина, нету ни номеров, короче, ни хозяина, никого. Короче, хозяин, наверное, долго ждал, психанул и уехал. Блин, она даже открытая. Смотрите, тут кто-то конкретно проводил время. Вот, так что приезжайте, машина брошенная, просто надо бутылки сдать. Вот. Блин. О, а вот номер стоит. Немецкий, не буду снимать. Немецкий номер, да. Я думал, может быть, машина там с Голландии или откуда еще, с Италии. Нет, вроде бы немецкая. Просто бросили. Да, такое тоже бывает. Брошенные машины в Германии.